Друзья, всем привет, меня зовут Денис Крылев, спасибо, что смотрите. Хочу вам сказать пару новостей по поводу того, если в апреле у нас будет Пасха, и на Пасху будут выходные, если вы на выходные хотите куда-то поехать, провести хорошо время, у меня есть для вас очень хорошее предложение. Первый вариант – это в Карпаты поехать на Пасху, так сказать, в тур под ключ. И второй вариант – мы сейчас оформляем группу туристов поехать за границу, это в Польшу, в Австрию и в Венгрию. Это Краков. 2 дня в столице Австрии, Вене. И в Будапеште, Венгрии. Все дни автобусного тура, выезд со Львова, стоимость всего лишь 190 евро с человека. Поэтому, если вы хотите эти дни на Пасху рвануть, у вас есть такая возможность. Присоединяйтесь, путешествуйте и получайте эмоции. Специально для вас, ваш Денис Кравец. Пока!